Добрый день, друзья! С вами доктор Линский, рад приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем ролике хочу спросить вас вначале, скажите, ну это относится к тем людям, которые действительно что-то меняют в жизни, к чему-то стремятся, а вы часто делитесь своими планами, целями, своими амбициями с окружающими? И самое главное, кто эти окружающие? Хорошо, если это близкие люди, которые вас поддерживают, а если нет? И, на мой взгляд, с кем не стоит этим делиться. Не стоит делиться с людьми ленивыми от природы или же людьми, которых жизнь, как называем, побила, они не выдержали этот удар, отчаялись. И эти люди, они просто для того, чтобы доказать себе, что они действительно правы, что вот в их ситуации ничего нельзя сделать, будут доказывать вам, приводить кучу аргументов, что у вас ничего не получится, это вот нереально и так далее. И кроме того, в реалиях современного мира, я говорю о некоторых странах, где, к сожалению, вернулись многие и законы, и вот течение 37-го года прошлого столетия, они могут вам еще и навредить. И опять же, часто даже не из зависти, хотя присутствует и это, а просто, опять же, чтобы доказать себе, потешить свое самолюбие, что вот действительно то, как я живу, вот ничего нельзя было сделать, и значит это правильная позиция. Напишите свое мнение, были ли у вас такие ситуации, и если у кого есть опыт, и как вы поступаете со своими планами, целями, амбициями. Понравилось видео? Ставьте пальцы вверх, всего доброго и будьте здоровы!